В Куйбышевском районе Самары вывели на чистую воду еще одну торговую точку, где незаконно продавали алкоголь. Это стало возможным благодаря бдительности жителей и правоохранительных органов. Вместе с ревизорами к нерадивому бизнесмену наведалась и наша съемочная группа. Торговый павильон, что находится на Пугачевском тракте возле дома номер 5, у местных жителей уже давно пользовался дурной славой. По ночам здесь собирались любители горячительного чуть ли не со всего Куйбышевского района. Слухи о незаконной реализации спиртного решили проверить специалисты областного департамента по обороту алкогольной продукции. Информация подтвердилась. Мало того, выяснилось, что никаких разрешительных документов на предпринимательскую деятельность у владельца ларька просто нет. Как и сопроводительных бумаг на горячительные напитки. Тем не менее, правонарушитель успел продать более тонны пива. Угрозы жизни и здоровью данная продукция не представляет, но согласно законодательству и административному кодексу данная продукция считается находящейся в незаконном обороте. Нами были вызваны сотрудники милиции, которые сейчас эту продукцию будут изымать. По статистике правоохранителей, только за 8 месяцев этого года полицией составлено почти 3000 протоколов об административных правонарушениях. По итогам первого полугодия регион занимает первое место среди субъектов Приволжского округа по числу выявленных фактов незаконного оборота алкоголя. Из незаконного оборота в рамках только административного производства изъято 39,5 тысяч литров алкогольной продукции на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Кстати говоря, теперь закон предусматривает административную ответственность для физических лиц, увлеченных в перевозке незаконной алкогольной продукции. Штрафы серьезные, от 30 до 50 тысяч. Всего лишь за месяц действия закона в Самаре области полиции выявлено 30 таких нарушений. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии.